Реально, похоже на ту машину, значит, реально как настоящий внедорожник. Ну, я имею в виду, что именно как живой, знаешь, как реально настоящий. Потому что, ну, Раптор это ж вообще, ну, хрен пойми что. Вот. Ну, конечно, единственное, что надо переворачиваться, как долбаный. Кого-то дичь с интернетом. У тебя сейчас 540, 101. Ну, это, в принципе, показывает, что и у тебя. Ну, да, понятно, да. Было пока нормально все вроде с этим. Еду че нахуй. Так, надо хоть как-то карту повторить. А ты на чем? Я на гелике. Мне вот нравится вот коротыш. Вот короткий гелик, ну прикольный выглядит, скажи. А вот длинный, ну, мне не нравится. Хоть раз эти провайдеры могут мне дать нормальный интернет. Ну, могу, да. Знаешь, как надо, что надо сделать? Просто взять и поменять. Ой-ой-ой. Как-то что-то это. Что такое? Слушай. А Гелик еще так ни хреново так еще и впендюривает. Ё-моё, ё-моё. Глянем. Это ты симулятор? Это симулятор, да? А, ну да. И блок дифференциала хрен в рублю. Это только на ручке, понял? Это и передний не работает. Заднем приводе просто на асфальте не заедет. Ну давай же. Пока погнали просто прямо, да? Думаешь? А как далеко так прямо ехать? Охрен. Какая дорога есть? Это залупа Мамонта. По-моему, да. Карта. Камера, точнее. Ой, а тут, слышишь, тут упавшая это... Как она называется? Электросеть, которая... Понял, держит. Ну, неплохо так, знаешь. Сделано. Типа, значит, сюда мы ехать. Либо объезжать, да? Либо под ней нырять. Мешаем. Подожди, а что мне... Ой, а сколько у тебя урона? 75. А, значит, это было самое начало. Да, это дорога, да? Погнали туда. Видишь, дорога. Справа, справа, справа дорога. А там он Видишь? КамАЗик стоит. Мешаем, справа Да дорога. вижу ж я. Но я ж уже сюда нырнул. Отлично. Ну, я могу тебя вытащить. Давай. Секлей. Так, самое главное не перевернуться. Это что мы? Не проезжайте. Помеха справа. Только из-за этого. Ну, потому что вы меня выпустили все-таки с этой ямы. Подожди, а где дорога дальше? А что мы тут заехали, а дороги нет? Хел. Хорошая мысль.
Она высокая слишком. Кто ж ее такой создал? Ну, при с колесами. Херабари. Понятно. Наверное. Я понял. Две говорить одна или смысл? Ладно, для геликов работает только одна. Только ты меня немножко не в ту сторону развернул. Или ты меня просто ударить хочешь? Куда ты там заехал? Ты выйдешь? Я ж, как говорится, не поможешь. Сейчас у тебя вентилятор? Вентилятор у меня он работает. Надо, как говорится, открыть охлаждайку надо будет. А. Так, не могу еще запуститься. Ты ни к чему там подтянуться не можешь? Нет. О, о, давай, давай. У меня же еще двигатель даже не заглушен. Почему я там подтянусь? Не заглушу, не запущу. Да, смысл то, что я разгоняюсь. Ну да. Смысл таков, что смысла нет, как бы. Я на месте стою. Да, тебе попробовать скинуть меня, я, может быть, выставлю. Ну, тогда сейчас. Он даже кусты не может сломать. Да, не такой уж и куст, все же дерево хоть какое-то. Блин, я на акценте сломал этот куст, нахрен. Ну что, ты его и на велике снимаешь. О, давай-давай. О, я завелся. Давай-давай-давай. Так, подожди, а тут нет деревьев. Этой функции. К чему-нибудь. И тут нет ни одного дерева. Но ты завелся. Или уже не, я сейчас запущу. Давай, давай. Мне тебя хотя бы в ту яму скинуть легко. Да падай уже, давай, кусок ты. О, немецкого корыта. Так. Короче, что, я так понимаю, это тип не дорог. А где бревна? Вон за тебя. Где? А. Подожди, веди меня. Это не отъехать, да? А как ты через них проверить еще? Я думал, это немецкая корыта смотрит. Нет, это немецкая корыта не слушает. Не зря, да. Короче. Уже реально такой куст не может сломать. О! Чувак, я на нем бешу. А хотел машину починить, чини. А, ну да. Я сейчас просто включу первую передачу, чтобы этот блок хотя бы задний работал. Необходимый лучше. Так, а вот походу дорога. Мы дорогу нашли. И куда? Хрен знает. Я к КамАЗу хотел. Ну, значит, когда-то эта дорога приведет к КамАЗу. Не факт, конечно.
Надеюсь, здесь не глубоко. Так, вон выезд здоровый. Но. Едем. Я тебе сейчас гифку такую кину в ВК. Тебе понравится. Да, тут мне осталось зайти потом в ВК. Ну тебе может она и не понравится. Ну и кайтес. Все так очень. Сейчас. Ну, зайдешь как-нибудь потом. Поржешь. Так, ну что, мы выезжаем. Так, подожди, а где дальше дорога? Я думаю, через кусты, да? Олежек, по-моему, нужна твоя помощь. Что, застрял? Да, на один плюс застрял. Сейчас. А, не, прикинь, на первый могу привести. Едешь, ну? Угу. А первый плюс, она как-то, знаешь, так странно. Тут же получается, смотри, есть вот, видишь, вот, если на первый поставить, там есть три полосы. А первая, вторая, ну, то есть полная, это. Если поставить первое, то он еще, ну, конечно, не так, ни хрена, не едет. Ну, понял, что на некоторых этих он просто бывает едет, понял? Ну, да. Это уже, типа, можно крейсерскую скорость, понял, правую кнопку лучше нажимаешь, и он типа едет. Сама. Так. Надеюсь, эта дичь сама не завалит. Уж я обосрусь. Так. Так. О, я опять дорогу нашел. Так ты ее только и находишь. Я ее теряю и потом нахожу. Чувствуется немножко, что первой передней, ну, блокировки нету, понял, хуже едет уже. Ну и сломать какую-то веточку не может. Сейчас еще перевернусь из-за этой веточки. Хочу я назад, давай вперед шли. Блять, ну реально с сучкой. Давай америкосовскую сучку возьмем. Раптора? Угу. Ты шо, на нем мы проедем все быстро и неинтересно. Так мы по кускам. Непонятно куда едем. Зато сравнительный видосик будет. Ну. Конечно, да. Если я сейчас повисну на этой ветке, я просто осилю. Я на них мог повиснуть. Или не повисит, не помню, что ты. О, я дерево сломал. Или не сломал. Не сломал. Или оно тебе сломал скорее. Да ломай, это ж ты. Это ж немецкое говно. О, я опять дорогу нашел. Слышишь, ты как-то быстро уезжаешь. Чего? Я тебя только-только догоняю, ты уже сломаешь. Да нет, это типа так же. И. Давай подожди, че, не слышу. А куда хоть ехать? Охренеть. Ну, посмотри на меня. Ну, вот едь. Сейчас направо чуть-чуть. Все, тут пустые. Ты меня решил поводить по нашим харьковским лесам? Ага. Блин, какой он медленный, о, медленный. Эй, чё ты покатилась? Да, блин.
перевернись. Не. Так, иди, где тебе? А, вот. Где-то там. Я еще, я уже вниз опустился. Зато так она медленно, размеренно ездит. Так, надеюсь, я здесь не перевернусь. А там тебе некит не писал еще? Не. Это вдруг. Чего там не было? Так. А где тут выезд? А где выезд? Типа сейчас налево или что? У нас рядом была точка разведки. Мы ее усердно просрали. Да мы до нее не доехали, чувак. А, вон это дело, мое. Надеюсь, я еду правильно. Но по капоту я заехал уже неправильно. Понимаю, ну нужно ехать вот туда. Да, Миша, не едь вот туда, куда ты едешь. Что, единичку врубать? Да. Так, надеюсь, здесь глубина не выучишь. Ой-ой-ой, по-моему, уже она есть. Да. Ну, закупаешься. Давай, езжай. Гарантуага. О, у меня что-то с лампочкой сзади. По-моему, ей капец. По-моему, ты заехал слишком глубоко. И, впрочем, сейчас я тебе тоже. Тебе капец. Тихо. Короче, я хазы куда ехал. Тут везде все очень глубоко. Нахрен вам сейчас прям просто. Подожди, тут же можно карту посмотреть, мало ли тут есть. На карте. Нахрена тут на карте нет. Точнее, она как бы есть, но из-за того, что мы карту не исследовали, ничего не видим. Да, мы поехали по самой глубокой. Я. О, вроде я нашел. Мишань, видишь, как ты едешь? Ты или понимаешь? Мне ехать к тебе? Желательно. Так, а ты запомни, как я ехал. Так, сейчас буду ехать обратно, а ты запоминай, как я еду. Понял? Ну, короче, вот. Как-то так, да? Второе островок. Я чувствую, скоро придет жопа. Куда мой руль смотрит? Я спрямо. Это машина если что заглушит. Так, я понял. Короче, я лучше объеду. Я сейчас здесь раскопаю, что я потом хрен проеду. Проедешь куда-то будете. Так. Ну, в общем, я понял. Слушай. Наверное. Ну, почему так не наедем? Давай, на плюс один. На плюс один вообще она не едет. На плюс один вообще днищик какой-то. Я еще не понимаю, смотри, вот грязь, да? Плюс один не едет. Вода, плюс один не едет. Короче, как-то странно. Так, или не перевернулся.
Вытаскивай мертвяка. Даже ему ремонтные части не взяли. А мы из гаража стартанули? Нет. Так что мы не из гаража стартанули, так что у нас как бы и не было. А на чем мы тогда должны были это все вести? Ну, значит, нужно было еще найти. Круто. Хрен знает где. Ого. Так, сейчас, подожди, я сейчас чуть дальше отъеду. Сейчас, походу. У меня там чувак уже сдох. Нет, все, нет. Без него тоже нет. Хрень, он смотри, плачет. Он плачет. Чего будет так? Я сейчас перевернусь. Не нормально. Что, реально плачет? Блин, я тебе говорю. Он чисто согнул руки в плече и плачет. А он спит, может быть. Все. Так. Теперь надо развернуться. Ехать туда. Надо быстрее бы отсюда выехать, потому что сейчас потемнеет и хрена ж видно. Ну, говорю. Ну, сейчас хочу, чтобы видно, но еще минуты 3-2. Все. Как раз 3 минуты все. А у меня, кстати, осталось 29 литров сейчас. 33. А то я как-то особо и не смотрел. А то сейчас посмотрел, а смотрю 29 литров. А когда посмотрел, уже и офигел. Я уже и застрял. На чем я могу застрять? Ой. Ну давай же ты выезжай, я падаю. Тебя подтолкну что? Так хрен не узнает, что тебе наоборот куда подъедет. Так, ладно, иди немного назад. Сейчас, Мишань, сейчас налево тебе. А я прямо не проеду? Нет. Я думал, тут срезать, но хрен там плавал. Немножко не там, по-моему, повернул. Надо вот здесь я. И вот, вот ехать вот так вот, прям как я, Мишань, там глубоко. И где-то вот здесь поворачивает. По-моему. Да. Так, а твое не глубоко, от моего глубоко чем отличается? А я не знаю. Ну я там, мне было хреново там, а здесь как хоть проехал. Смотри. Даже капот не занырнул. Да? Такое же. Там, наверное, просто вот то была колея большая. Может быть, да. Настоящий водоплаватель. Водоплаватель. Плохое соединение. Да-да-да, очень плохое. Почему не едет? Надо уже фары включать. А ты на газельку давишь? Газельку давлю. Я не люблю. Вот куда я давлю?
Мне это интересно. Ой, опять сраное дерево сломать, которое тут не... Я люблю интернет. Да, это не хороший. Чё он так работал, значит? Так. Я куда-то спускаюсь. Куда тут ехать? Направо нельзя. Где? Вид с кабины, конечно, супер. Да, хорошо. Здесь получается типа наверх, наверное, да? Боже, ну такую. Же, тебе что, нравится по ущелью кататься? Ну, куда меня завел, туда я и еду. Кто я? Ну, слышишь, я сзади тебя вообще телепаюсь. Ну понятно, иди. Слышишь, вот тут, по-моему, это уже будет все. Не, ну попробуй достать меня можно. Конечно. Просто я просто не знаю. Куда ты дальше ехать? Либо прямо, либо наверх подниматься. Что, пойдем за нашими друзьями? Пока бензин не кончится, я от гелика никуда не уйду. У меня 27 литров. 27. 27 литров и плохое соединение. Я думаю, что я не могу назад сдать. Пытаться туда заехать и там переворачивать уже. Хрен. Я просто не вижу куда. Фары светят, а куда не светят. Я вот... Говорится, не знаю. Как тут можно было перевернуться, Олег? Я просто не там заворачивал. Я просто поворот немножко пропустил, а потом думаю, ну я что... Лох какой-то, чё, я там не заеду, что ли? Ну видишь, не заехал. Всё-таки какой-то лох. Я ж не это. Всё, ну это. Блядь, ебать лох, блядь. Ждём моего отклика. А? О? Нет? О? О? Стоп, 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 стоп. Так, значит, пока держи меня, Михаил. Здесь заеду? Я, наверное, здесь не заеду, короче. А, нет. Заеду. Так. Сейчас такой назад поехал. Давай прокладывай путь дальше. Так что ты впереди теперь, так что давай. Слышишь, ты меня вывел, значит, на речку. Я тебя вообще-то вывел просто объехать дорогу, а она сюда повела. Я как бы ни при чем. Смотри, куда мы приехали, мы это в жизни не проедем. В жизни нет, а смерти надо.
Эх, ёб твою запашку. Да мы приехали. Вот. Я не удивлюсь, если это была не дорога. Это не была дорога. То есть это была не дорога. Назад я на них не хочу ехать. Значит, погнали направо. Вон, лесопилка, наверное, что дорога какая-то же есть. Ну, погнали через кусты. Херня, и у тебя какая медленная? Или только у меня? Не знаю, наверное, чисто на первой еду. Все. У меня осталось 19 литров. А ну смотри, дорога лучше, чем уехать. Но. Была. Пока мы не начали закупаться. Ты сейчас в дерево въедешься. А, да погнали по пляжу, Миша. Ну, по краю этой хрени. Шаль назад, давай. А, все будет. Своет Мишин воду. Обычно после таких слов все и застревают. Ну, обычно да. По-моему, это не дорога, Миш. Я, конечно, не спорить не буду, но, по-моему, это не дорога. Как ты думаешь? Да ну, ты что, это дорога? Что? Тебе только кажется. Да. Я так, это знаю. Ребёртку взять и газку нажимать, и экономично, и нормально. Гений. Вот немножко... Что-то тяжело проехать. Видно, здесь, наверное, не думали, что здесь кто-то будет проезжать. Мы же нашли все два самых умных человека. У меня что-то он танцует, чувак. А может потому, что у тебя все колеса в грязи? Не знаю что, но у меня он весь шатается. У меня дверь болтается. По-моему, ты куда-то попал. Это я так еду. Подожди. Так, надо ребятку скинуть. И назад. Ё-моё. А, мне сказать легко назад. Легко. А нет, он даже что-то едет. По-моему. Или нет. Давай же езжаем. Так, ладно. Не, ну карта что-то вообще гамзит, какая сложная. Либо мы такие вой. Как ты считаешь, Миш? Я пока проветриваю машину. Проветриваешь? Да. А то с салона фигня, понятно. А что, пукают тут всякие. Я уже осталось 13 литров. Ну хоть день. Знаешь, это мне что-то так кажется. Что тебе кажется, Миша? Закройся дверь. Да закройтесь вы. Фу. Что мы как-то не выйдем отсюда. Ну, у меня тоже такое ощущение. Но подвиг путешественника тебя мало. Лесника в путешествии. Как ты так поехал? А чё на мне всё красное теперь горит? Кто?
А за то, что у меня бензина мало. Сколько у тебя осталось? 13. А чувак, как ты тут проехал? Я не знаю. Но у меня сейчас так как... То надо было зацепиться. Так. Ты, наверное, маневрирует. Чувак, если я еще где-нибудь выйду, я просто охренею. Отключайте блокировку на твердой... А, типа... А что, уже твердая поверхность? Ладно. Вот только интересно, куда сейчас? Так, можно сейчас вот сюда прямо. А, не придет уже. Блин, ветка ты гребаная, точнее, елка. О, как я пролез. Чувак, как я тут еду? Я вообще хожу, честно. Плохое соединение. Сука, кто там во что играет? У мамы там вообще истерика. Так. Хорошо, дорога? Нет, не дорога, не понимаю. Хватит берите. Так. Вернись, Кирюша. Жив. Что много живут, реально. Кто из этих деревьев высадил? Он так высадил, что прям можно проехать. Подъемчик какой. Так, тихо. Тихо. Чувак, я дорогу нашел. Чувак, я нашел дорогу. Я думаю, ты уже далеко был. О, смотри, где. Вот решали, там на карте появился маршрут. Можешь по нему проехать. Да через нахер. Можешь по нему проехать.